Обычно в это время игроки баскетбольного клуба «Уфимец» в дороге. Они едут с утренней тренировки домой. Сегодня их расписание изменено, но по приятной причине. Они встречаются с журналистами и отвечают на их вопросы. В прошлом году «Уфимец» дебютировал во втором дивизионе российской суперлиги. По итогам сезона клуб занял 4-е место среди 14 команд со всей страны. В этом розыгрыше суперлиги столичная команда проиграла лишь однажды за 8 матчей. В чем секрет такого успешного старта? В этом году, на мой взгляд, у нас была самая лучшая предсезонная подготовка за последние несколько лет. Мы в течение месяца занимались по 3 тренировки в день. Из ребят все соки просто выжили, которые у них накопились за летний период. И очень хорошо стартовали. Залог успешного начала сезона не только в хорошей физической форме. В распоряжении клуба оказались те игроки, которые были нужны тренерскому штабу. Летом состав «Уфимца» пополнили Алексей Федорчук, Борис Назамудинов и Игорь Ермаков. Ребят мы высматривали, так скажем, давно, уже по окончании прошлого сезона, то есть сделали работу заранее. Вот. То, что у нас произошло такое пополнение в лице тех людей, которых вы сказали, Алексея, Бориса, Ермакова Игоря, вот. Они действительно дополняют команду. Уравнение «физическая подготовка плюс грамотная селекция равно успех» дополняется таким слагаемым, как атмосфера в команде. За нее отвечает капитан. Если молодые ребята, может, которым нужен где-то совет, подсказать что-то. И так у нас в целом здоровая атмосфера в команде. Мы как единое целое и в раздевалке, и на площадке. Поболеть за уфимский баскетбол можно будет в спортивном зале Аграрного университета 22 и 23 ноября. Соперником уфимца станет тобольский «Нефтехимик». Первую встречу в прямом эфире покажет телеканал ЮТВ. Начало трансляции в 7 часов вечера. Андрей Шарыгин, Никита Бычков, городской телеканал ЮТВ.